Летняя пора – время ремонтов объектов социальной сферы. Глава района Андрей Дорошевский проинспектировал работы в нескольких школах и детском саду. В СОЖ номер 45 станицы Северской, где в прошлом году установили новое ограждение по всему периметру двора, в этом ремонтируют полы. Вместо старого паркета на всех этажах здания будет современная напольная плитка. Затем обновят стены и заменят двери в классах. Капитальный ремонт фасада начался и в школе номер 3 станицы Крепостной Смоленского сельского поселения. Глава района побеседовал с подрядчиком и напомнил, что ремонт должен быть завершен в установленные сроки – до конца июля. На данный момент выполнена отмостка вокруг всего здания, отремонтированы лестничные площадки, идет монтаж направляющих для обшивки фасада. 2 года назад здесь уже поменяли окна и обновили кровлю. Ремонтные работы проводятся не только в школах, но и в дошкольных образовательных учреждениях. В детском саду номер 25 поселка Афипского начато благоустройство территории. Учреждению каждый год выделяются средства. Внутри здания новая проводка, во дворе теневики. В этом году занялись территорией. Выполнен демонтаж кирпичных конструкций, тротуаров и дорожек, пришедших в негодность. Грунт выравнивают для устройства водоотведения. Затем здесь появится новое покрытие детских площадок. Кроме того, глава района дал поручение рассмотреть возможность замены старого ограждения детского сада.